Бывший генеральный прокурор Эдуард Харунжин хочет вернуться в прокуратуру. Сегодня он объявил, что обратился к президенту с просьбой отменить указ о его отставке. Когда Харунжин уходил, он сослался на личные причины, а сейчас говорит, что передумал и возвращается, чтобы спасти ситуацию в прокуратуре. Эдуард Харунжин был генпрокурором при правительстве демократов. Совпадение или нет? Но эти заявления он сделал через 2 недели после того, как экс-глава Демпартии Владимир Плохотнюк заявил, что хочет вернуться в политику и тоже, кстати, как спаситель. Сегодня я подал предварительный запрос президенту Республики Молдова, в котором попросил аннулировать последствия указа экс-главы государства господина Дадона от 11 июля 2019 года, согласно которому я был освобожден от должности генерального прокурора. Эдуард Харунжин заявил, что если президент не одобрит его запрос, то он обратится в суд. Бывший генпрокурор говорит, что дела в прокуратуре идут не в том направлении, и он хотел бы вернуться, чтобы навести порядок. Я пошел по законному пути, чтобы вернуться в должность и завершить свой мандат, который истекает в декабре 2023 года, чтобы исправить ситуацию. Примечательно, что Харунжин, исполнявший свои полномочия в период нахождения у власти Демократической партии во главе с Владом Плохотнюком, сделал эти заявления почти через 2 недели после того, как бывший лидер ДПМ объявил о возвращении в политику. Однако сам Харунжин дал понять, что это простое совпадение, и добавил, что у него нет времени заниматься политикой. Я стал генпрокурором в 2016 году, когда у власти был один политический класс. Ни я, ни мои коллеги-прокуроры никак не способствовали приходу к власти той или иной партии. Президент Майя Санду, в свою очередь, заявила ТВ-8, что пока не видела заявлений Харунжина и что борьба с коррупцией будет вестись до конца. Борьба с коррупцией продолжится, и у всех тех, кто обслуживал коррупционный режим, нет ни малейшего шанса вернуться в систему. Перед тем, как выступить перед прессой, Эдуард Харунжин попытался вынести свой запрос на обсуждение сегодняшнего заседания Высшего совета прокуроров. Однако члены ВСП отказались его заслушивать, несмотря на то, что он рьяно на этом настаивал. Совет обосновал свое решение тем, что повестка дня уже утверждена, и вопрос должен быть рассмотрен на следующем заседании. Эдуард Харунжин был генеральным прокурором с 2016 по 2019 годы. Вскоре после того, как демократы потеряли власть, и к власти пришел альянс АКУМ-ПСРМ, Харунжин подал в отставку, сославшись на состояние здоровья. И это несмотря на то, что ранее он говорил, что не покинет кресло добровольно. Следующим генпрокурором был назначен Александр Стоеноглы, которого, впрочем, отстранили от должности и задержали на основе уголовного дела по нескольким пунктам обвинения.